он полностью с автономным питанием. То есть здесь стоят два автономных отопителя, чтобы зимой и нашему мастеру, и человеку, который приходит сюда, было комфортно. Опять же, чтобы батареи у нас находились в нужных климатических условиях. Значит, органы управления, значит, жизнеобеспечением этого отсека. Значит, здесь в обязательном порядке у нас есть видеокамеры, потому что, ну, все-таки автомобиль работает с деньгами, автомобиль работает с отходом. Вот мы это все фиксируем. Значит, весы, да, через которые проходят все батареи, которые попадают уже в отсек транспортировки. Отсек транспортировки герметично отделен от отсека, там, где мы принимаем, от отсека специалиста, назовем его так. Значит, сам специалист, его стойка, компьютер, то есть тот самый программно-аппаратный комплекс, который связан с весами, который связан с камерой, который связан с бухгалтерией через интернет. То есть мы сразу знаем, то есть наш бухгалтер сразу знает, сколько аккумуляторов продано, сколько аккумуляторов принято, какой у него баланс.